weighed 70.5 kilograms. His professional record is 33 fights, 25 wins, 10 victories by knockout and 8 losses. Ladies and gentlemen, the representative of the club combat from Russia, Alexander Suchko! Introducing the fighter, athlete 224, has all 175 centimeters weight, 71 kilograms. His professional record is 48 fights, 37 wins, 18 victories by knockout, and 11 losses. The representative of the Temple Fight School from Germany, Marco Cruz. Здравствуйте, друзья! Начинается первый в 2015 году турнир W5. Ну и сегодняшнее событие называется Гран-при Китек и посвящено памяти пионера профессиональных единоборств в нашей стране, основателя клуба Китек Юрия Ступенькова. В этом году W5 проведет три турнира с четверками в категории до 71 килограмма. Сегодня первый из них. В декабре в Вене планируется итоговый турнир, где, опять же, в четверке сойдутся победители первых трех. И также примет участие действующий чемпион мира по версии W5, бразилец Космо Алешандре. Тем временем у нас начинается первый поединок. Это первый поединок как раз сегодняшней четверки. Александр Суршко против Марко Гроха. Для вас работают комментаторы Ян Баранчук и заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, наш постоянный эксперт и комментатор Максим Воронов. Ян, здравствуйте, и благодарю вас за представление. И, как обычно, приветствую вас, дорогие друзья. Будет сегодня уж точно жарко, прекрасный турнир W5, посвященный имени и памяти Юрия Ступенькова и Лиги Китек. Сразу бросается в глаза разница в антропометрических данных. Марко Гроха прекрасно знают этого спортсмена. Поклонники профессионального кикбоксинга, очень опасен на ближней дистанции. В хорошем темпе он работает, но и Александр Суршко, конечно же, тоже известен любителям кикбоксинга в нашей стране. Один из самых, пожалуй, харизматичных российских бойцов. И бескомпромиссно начинается этот первый раунд. Первым номером старается работать Александр. Марко Грох не уступает. Сейчас загнал практически он в угол россиянина. Пытается атаковать, но почти все приходится в защиту. Александр контратакует. На самом деле Александр совсем недавно пришел в этот весовой дивизион, 71 килограмм он провел поединки, вот как раз в финале гран-при прошлого года в Братиславе, первые два своих в этом весе, и делал впервые очень серьезно, занимался с гонкой веса, это делал он сколько, получается, как минимум 10 килограмм он гонял, потому что он до этого дрался в весовой категории 75 и даже в свое время успел, по-моему, подраться 81. На 77 он также дрался на этот весовый дивизион. И в том числе против Поладеля он дрался, тот, который нокаутировал нашего прекрасного бойца, к которому в том числе и я имею отношение, Александру Стацуренко. Тогда тоже Поладеля Сашу уже Суршко в том числе нокаутировал во втором раунде. Но в 2014 году Александр стал чемпионом по W5 в весе до 72,5 килограммов. А вот как раз в 2012 году, где он участвовал в итоговом турнире в категории до 75. Да, до 75. В любителях он мастер спорта по тайскому боксу. Саша, это уж точно, я знаю. Но его реальный вес, по-моему, как раз составлял на тренировках. Вот, уж точно, я не ошибаюсь, по-моему, килограмм 80, я думаю. Да, как раз вот мы и говорим о том, что вот, Ян, сейчас вы подтверждаете этот факт. Соответственно, сейчас он делает вес и попадает очень жестко по Гроху. Причем очень много, на самом деле, попаданий мы увидели, очень взаимных таких. И Грох где-то сначала, по-моему, он накидался всевозможными ударами. И есть такой эффект усталости уже. Сейчас у него огромное количество ударов уже он начинает пропускать. И Александр здесь уже доминирует. Концовки первого раунда. Абсолютно с вами согласен. Концовка первого раунда за Александром. Очень грамотно с тактической точки зрения построил он эту трехминутку. Ну а Марко Грох лично мне запомнился поединком с Джабаром Аскеровым в Краснодаре, где он, в общем, все три раунда
продержался. Бескомпромиссный боец такой, нельзя его назвать там большим умницей в спортивном плане, игровиком. Такой рубака настоящий, опасен. Если попадет хорошенько, то уж здесь не поздоровится любому практически противнику. Но будем честны, да, он достаточно прямолинейный, действительно умному спортсмену в тактическом отношении, такому как Александр Суршко, должен быть по зубам, в принципе. Марк, да, Ян, вы однозначно правы. Вот здесь полностью присоединяюсь к вашим словам о Грохе. Ну и можно еще дополнить, что парень очень терпеливый, огромное количество ударов он пропускает. И от Джабара мы действительно можем вспомнить этот бой. Тоже бы он пропускался, но спокойненько довел его до конца этот поединок. Поэтому здесь вот тоже не стоит кому-то, например, ждать, что Александр сейчас быстренько нокаутирует Гроха. Грох очень терпеливый, духовитый парень и любит действительно прямолинейный жесткий бой. И как раз в этой прямолинейности здесь его и нужно ловить. Что, посмотрите, сам попадает как раз сейчас. Да. Два подряд удара Александр пропускает сейчас, достаточно болезненных. Напомню вам, что первые 9 поединок сегодняшнего файт-карда, который состоит всего из 10 боев, пройдут по системе 3 по 3 раунда с возможным экстра-раундом. И главный бой сегодняшнего вечера — Энрико Гагохи против Криса Нгимби. Есть тяжелый удар. Смотрите, только мы сказали, я сказал, что не стоит ждать нокаута, а вот здесь Александр как раз полностью сделал все да наоборот. Он засадил очень жестко справа, причем так почтальоном, левый-левый показал. Там классический был почтальонный, удар справа тяжелый после левой руки. Сейчас Гроху, конечно, не сладко. Я думаю, что Саша сейчас очень умно и грамотно может доработать. Да, идет вперед Александр. Но Грох понимает, что только на ближней дистанции может он как-то еще сохранить. Кстати, не бросает. Саша еще раз попадает очень жестко. Игрок сейчас отходит уже от пропущенного удара. И туда же. До свидания. Два раза подряд. Сразу же катастрофически потерял скорость Грох. Перестал чувствовать дистанцию. И здесь уже как гвозди один за другим правой заходили у Александра Суршко. Блестящая победа во втором раунде. Поздравляем Александра. Но многие считают именно его фаворитом в этой четверке сегодняшней. Да, я, наверное, присоединюсь к тем уважаемым специалистам, и не только специалистам, болельщикам, которые действительно считают, что Александр фаворит. И, ну, это объективно. Сейчас Саша набрал действительно и опыт, и уже такую мастеровитость, и опыт поражений, как раз который ему, мы видим, сейчас помогает в победах. Вот мы знаем эту формулу, что иногда необходимо проиграть для того, чтобы научиться многому, для того, чтобы потом одерживать уже победы на классе. Но вот сейчас Саша настолько уверенно провел этот поединок и подвел под нокаутирующий удар. Как раз после тех слов, когда мы на самом деле не ждали такого окончания, что Грох может как раз закатить руку, которую он закатывал в первом раунде. Несколько пропущенных ударов Сашей. И Саша реваншировал достаточно жестко и, по-моему, так безупречно. Но игрок тоже несколько раз попал. Видели мы, особенно на ближней и средней дистанции, очень опасные были попадания. Но Александр, в общем, известен также тем, что держит удар. Он прекрасно. Его челюсть ни в коем случае нельзя назвать ни хрустальной, ни из другого хрупкого материала. Да, но терпеливый тоже боец. И действительно, вот у меня на памяти из тех боев, которые каким-то образом так были достаточно популярны, это вот как раз он техническим нокаутом, два нокдауна, по-моему, в раунде там было, он как раз от Пола Дейли ушел в этот ТКО, так я даже не могу вспомнить, что прям Саша пропускал тяжелый удар и падал постоянно. Поздравляем Александра! В очередной раз подтверждает он свой статус одного из самых зрелищных бойцов в России. Прекрасный бой. Ну и честно, постоянным участником является Александр, да, турнир, Ян, WFI. Хочется сказать, вот, мне помнится, он недавно турнир G-Pro также проходил в Москве. Да. И хочется дополнить еще уважительные такие слова в отношении Александра Суршко. Он просто по-настоящему заслужил эту победу, причем нокаутом явную, безупречную и такую даже одностороннюю. А еще хочется после этого, там, впоследствии, после паузы, сказать о нем несколько добрых слов.